Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Wolfenstein The Old Blood. Продолжаем проходить эту игру. И у нас начался зомби-апокалипсис предыдущей серии, если вы, конечно, помните. И это просто охренеть. Я не знаю, что им в голову пришло сделать зомби-апокалипсис в игре, но это просто, ребята, охренеть. А почему я вот эту хрень не могу? Ага. Здрасте. А что мне нужно делать? Я как-то не понимаю. Здрасте. Так, ладно, ща, ребята, я что-то придумаю. Вылезти мы с этой хрени. Опа, ни хрена себе, как я это сделал? Как я вот это сделал? Ага, нет, можем мы все-таки вылезти с этой хрени. Только я не понимаю, как. Ну, в смысле, как... Ой, как нам обратно сейчас будет нужно подбираться, собираться. Так. Дайте-ка я пойму, ребята, что там было. Что у меня красное светилось на прицеле. Хрен его знает. О, патрончики. Это круто. Но я продолжаю не понимать, что нам нужно делать. Может, нам сюда? Вряд ли. Вряд ли, потому что тут больше ничего нету. Хм. Ну, должен же быть какой-то нахрен... Ага, вот! Это нужно было расстрелять. Ага. Нахрен замутили, запудрили нам головы. Какой нахрен фашист? Идите в жопу. Зомби. Зомби, зомби, зомбушки. Как нам вот эту паскуду снять? Ага, на Q, я понял, понял. Ну не, я понял, понял, просто было реально сложно понять, как вот эту хрень включать, выключать, когда они забираются вот сюда. С, ага, и вылазит. Так, я понял. Проломушка. Ух ты, вашу мать. Ну, как я понял, их бесполезно иногда убивать, то есть... Так, ладно, сейчас. Пока что я... В жопу, а. Ага, ключ нужен. Какой жопе я вам сейчас ключ тут найду? Ага, вот нашел в жопе. Да дайте мне выбрать вот этот обрез, нахрен полчаса нужно крутить вот этим колесиком.
Это прям, знаете, как... Хотя... Ну, честно, я не знаю, ребята, что им вообще пришло в голову, когда они создавали вот эту игру. Опа. Да ничего, день не в ту сторону. Так. Да сдохни ты. И ты тоже. И ты сдохни. Да и ты сдохни. Да, в принципе, все тут сдохните, фашисты. А еще самое главное, фашисты-зомби, это вообще охренеть. Так. Ты быстрый. Да ну нахрен, их бесполезно просто убивать, они все вылазят, да, вылазят. Их бесполезно, ребята, убивать. Нам нужно просто бежать дальше, да и все. Мы невидимые, нас не видно, мы бежим, нас никто не замечает. А нет, все-таки кто-то нас заметил. Их нахрен сложно убивать, в том смысле, они просто респаунятся. Ребята, их очень много. Сдохни ты. Делаю очень большой их респаун, и их тут просто настолько много, что ты их не успеваешь убивать, как они заново уже респаунятся. Убить, и не успел его убить, как уже новые вылазят. Че, ребята, я просто очень сосредоточен вот сейчас. Да убей ты нахрен эту мочалку гнилую. Давай, давай, пока нас опять нахрен не зафигачили. Нахер. Нахер. Я правильно вообще иду? Ну, наверное. Да сдохни ты. И ты сдохни. И ты тоже сдохни, ты не исключение. Так, дайте-ка я посмотрю, что нам нужно сделать. Влезть на стену. Идите вы в жопу со своими стенами уже. Ага, это нужно раздолбить вот этой хренью. Твою мать. А, нет, да иди ты. Покинуть уровень. Не раздолбить, а просто перейти. Кладбище нафиг, зеленый свет. Не очень мне тут нравится, не очень мне тут комфортно. Но выбора у нас, к сожалению, нету. Я бы так нафиг оббежал вот это кладбище какими-то другими путями, способами. Восьмая глава, раскопки. Давайте тогда мы просто не будем заканчивать. Серия только начала. Ну, в принципе, не так уж и долго серия идет, чтобы уже заканчивать. Ага, ну тут зомби уже не будет, да? Нет, будет.
сдохни ты уже. Вот это не очень круто, что их нужно убивать, они еще потом и зомби становятся. И зомби. Это что еще такое? Да сдохни ты нахрен. И ты сдохни. Да твою мать, эти записки. Так, ну, вроде все. У меня тоже такая же пушка, как у тебя есть. Привет. Ладно. Что тут у нас есть? К нам кто-то поднимается. Вы что издеваетесь? Вы что, подружиться со мной хотите? Извиняюсь, но сейчас мне друзья не нужны. Тем более друзья зомби. Так, я так понял, проще чуть-чуть подождать перед тем, как они... Как их убивать, да? Потому что когда они превращаются, когда в то время, то есть типа пару секунд, когда они превращаются, они просто-напросто становятся какими-то неуязвимыми. Поэтому проще подождать пару секунд, пока они полностью превратятся, и только потом их начинать убивать. Лучше бы я... А, хотя, в принципе, мы не так уж и далеко очутились. А я и вообще нахрена я сюда побежал, мне интересно. Зомбари, зомбари. Опа. А, побежали, побежали, побежали. Опа, давно я вот этих дверей не видел. Они только на начале вот прохождения этой игры были. Сейчас, наверное, мы выбирали из тюрьмы вот это... Хрень начала игры, когда нас в тюрьму поставили, и мы выбирались из тюрьмы, и мы уже дошли до того, что нахрен тут уже зомби ходят. Охренеть. Фу. Так. Кладбище раскопки. То есть они тут что-то раскапывают, вот эти фашисты. Это прям, знаете, кто смотрел фильм, хотя вряд ли кто смотрел вот этот фильм, Индиана Джонс. Я тоже недавно его только посмотрел, но вряд ли кто-то его вздумает смотреть. Но вот этот фильм вроде там 1980 года, первая часть Индианы Джонс. Но, ребята, фильм настолько охрененный, что можно сойти с ума. То есть вы подумайте, какие нафиг... старые фильмы, какие нафиг фильмы, которым уже 30-35 лет, нахрена смотреть там новые, нахрена там смотреть вот эти старые фильмы, если человек может пойти там нахрен Мстители посмотреть, да? Ну, ребята, я вам честно вот так скажу, то что в какой-то степени старые фильмы были лучше, потому что старые фильмы делали с душой. Взять тот же фильм «Зеленая миля» или там «Побег Шоушенка». Фильмы 1900 года, то есть 1990-1980 год. Но фильмы настолько интересные, что ты когда смотришь эти фильмы, тебе в конце плакать хочется, потому что там такие истории, что я реально, вот эти два фильма я смотрел, я рыдал, ребята, нахрен, когда я смотрел вот эти два фильма. А Индиана Джонс, ну просто захватывающий фильм, можно и так сказать. Поэтому, ребята, в принципе, всем советую его посмотреть, хотя вряд ли кто-то будет смотреть, кто-то лучше пойдет посмотрит вот этих Мстителей новых, да и все. Ну, честно, ребята, то есть я не говорю, что новые фильмы хрень, но просто новые фильмы делают только для бабла. Те же конвейеры, те же игры, да, то есть пилят их нахрен, одно и то же, тот же как Assassin's Creed. Да как ты нахрен такой демейдж имеешь? Ранее ты нас не фигачил вот так, сейчас у тебя прям какой-то жесткий демейдж. То есть реально, тогда делали... вот сейчас делают вот такие, знаете, то есть обычные конвейеры. Каждый год выпускают одно и то же, что-то меняют, все компьютерная графика и все. Фильм готов,
Идите, люди, в кино, смотрите. Я не говорю, что они хреновые, но все же не с такой душой, как делалось раньше. А вот сейчас... О, он взорвался, ни хрена себе, ты мощный терминатор. А тогда вот реально, вот я смотрю эти фильмы, их делали намного больше так с душой, да, то есть прям захватывающие, намного захватывающие фильмы. Но ладно, ребята, это я уже немного отклонился от темы этой игры, но я просто делюсь своими впечатлениями. Так. Потому что в «Индиане Джонс» тоже такое, там фашисты вели раскопки, что-то там нашли, какую-то там всякую хрень. И, в принципе, тут тоже я вижу, фашисты ведут раскопки, тоже нашли какую-то хрень, раз случился, в принципе, зомби-апокалипсис, да? Значит, они там что-то нашли. Это мы ниже, да, спускаемся. Потопали, ребята. Что питает это безумие. Ты роешь и роешь, как слепой червь. Глубже и глубже прогнившие кишки земли. Темные уголки, которые лучше не освещать. Ну да. Да. Да вашу мать, это... Я понимаю, что это уже, походу, финал, как бы это финальная часть, да? То есть я вас прекрасно понимаю. Так, а где вот эта хрень была? Где вот эта стена была? А, вот она. А, ну, в принципе, это уже до хрена вот этих, твою мать, терминаторов. Они их долго убивают. Да они нас быстрее 10 раз убьют, чем мы их убьем, да? Я не знаю, почему они столько вот этих терминаторов сюда поставили. А что самое обидное, то что мы тут по стелсу даже не сможем пройти. Потому что когда мы вот этих нацистов убиваем, да... то не становятся зомби. Не сейчас, конечно, этот чувак не стал. Вот, видите, а вот этот стал. Ага, это мы типа по кругу оббегаем, чтобы нас вот тот терминатор не спалил, да? Ху, сигнал ликвидирован. А то бы он нас запалил нахрен, и война бы тут опять началась. Так. Вниз. Ну, наверное, вниз. Куда же еще? Ну, гранаты, как видите, нам припасают. Потому что это, походу, уже финал. То есть, финальная глава. Как... Твою мать, он и так нас запалил. Столько бегали нахрен, столько парили, чтобы этот хрен нас опять запалил. Еще и твою мать и жирные настолько, что... Ага, то есть смотрите, мы можем и тут выйти. Опа. Отходы зомби, да? О, ни хрена себе. В туалетике забыли. Автоматик. Взорвался? Наконец-то. Вот ты только зомби не вставай, прикиньте, зомби-терминатор нафиг. Зато мы пулеметик себе возьмем, сейчас во всем кишки просто-напросто поразрываем. Повыдергиваем. Так. Ну видите, тут нафиг много всяких путей, но у нас сейчас пулеметик, поэтому мы просто-напросто можем напрямую топать и просто их всех... Ага. Но... What are you searching for? Так, ладно. Да хра твою мать, уже зомби вставай. Они запарили. А вы типа тут, друзьяшки, сидите, отстреливайтесь. Ну, отстреливайтесь, стреляйте, я вам мешать не буду. Так.
ты в жопу, мне страшно. Лучше бы я их не трогал, они мне вообще-то помогали, как я понял, да, отстреливались от зомби, а я их нахрен замочил. Вот я сволочь, да, ребята? Только я не представляю, где они нахрен. Кто-то там рычит, кто-то там вопит, но... Опа, это что еще такое? Вы нашли секретную область? Что я, вашу мать, нашел? Какую нахрен секретную область? Да я же просто вернулся туда, где я был пару лет назад. Идите вы в жопу со своими секретными областями. Вашу мать, я же столько времени потерял. Они нахрен здесь? Секретная область вернула нас нахрен на 5 минут назад. Идите в жопу со своими секретными областями. Если бы я знал, то послал бы вас сразу нахрен. Я слышу. Твою мать, идите в жопу со своими секретными областями, если ты это опять... Ну, это уже не секретная область. Вы разблокировали перк. Пояс. Так, у нас, в принципе, больше гранат, да, сейчас может статься, как я понял. Мы бы лучше объединились, чувак, и просто против зомби пошли. Но нет, ну ладно, идите вы в жопу, раз вы такие неблагодарные паскуды. Не, ребят, это жопа, они просто-напросто вылазят, их нереально убить. Хотя, может, там есть какое-то количество ограничений, да, с... Сколько там может с одной дыры вылезти зомби? Может и есть, хрен его знает. Ну, за этой хренью сюда было бы лень спускаться. Так. Твою мать, ты дебил нафиг. Зомби убивай, а не у меня стреляй. Идиота кусок. Там зомби нахрен идут убивать людей, а он у меня стреляет. Вот дебило. Вот дебил. Так, ну я, мне кажется, что я правильно иду. По крайней мере, дорога нас сюда ведет. И если тут... По дороге появляются зомби. Вот, у меня что-то зависло, это просто погрузочка была или просто-напросто сохранение. А мы все нахрен глубже и глубже куда-то в недра земли спускаемся. Ну да, в принципе, они что-то там копают, они что-то там нарыли, а нарыли они, конечно, охренеть где. То есть в центре земли, наверное. Так, а сейчас... Опа! Прыжочек! Фу, мне интересно, сколько длится вот эта хрень будет, вот эта часть, 8 глава, это же вроде, можно сказать, финал. Потому что мы уже добрались сюда до конца, где они вот эту хрень всю роют, да? И, по сути, уже финал должен быть. Ага. Schleiß die Schweine, zertritt! Diese Beschimpfungen sind inakzeptabel! Что-то мне кажется, что... как страшно! Почему-то у меня такое предчувствие, что тут нафиг сейчас будет финальный босс. У вас нету такого, ребята, предчувствия? У меня почему-то есть. А, вот кто нахрен рычит. Да за шум, мать, хара меня...
Я же сказал, что сейчас тут будет что-то вроде босса. А это... Твою мать! Так можно сказать, да, что это как-то... в степени боссов, то есть... Пока мы ждем, пока там вот эти двери открываются, то нам нужно защищаться от этих боссов. Не боссов, а зомби. Ну ладно, будем защищаться, только патрончиков у нас вообще не ахти. Ага, там можно поднимать патрончики. Мы побежали. Нет, мы не побежали. Открывайся дверь нафиг. Ждем, ребята, пока дверь откроется. Я ничего сделать не могу. Ну, зомбарей там, конечно, жесть просто. Лови фашист зомби гранату. Знаете, лови фашист гранату, тут лови фашист зомби гранату. Ни хрена себе. О, все, наконец. Ух, чувствую, вот сейчас только жопа будет. Ребят, смотри, сколько нам тут припасов подготавливают. Воу. Friends, mein Opa, Sie können Ihre Finger nicht vom Feuer lassen, hm? Aber diesmal verbrennen Sie doch einfach. You're that fucking American, aren't you? Who killed my hunter, Rudy? I must say you're stubborn. What have we here? Что это за хрень? А, карта какая-то. Ja, das hätte uns etwas Zeit erspart. Ich verstehe diese Symbole nicht. Oh, Fortuna, so strange and unpredictable. I could just... Ew. I feel like I'm a child again, digging for the treasures in the woods. This moment will put me in the history books amongst the greatest of adventurers. You'll always be just another Nazi. Sehen Sie, Schreiner? Ja, aber es ändert nichts. Переверните нас, будьте так любезны. Meine Güte, Schreiner, Sie sind ein solcher Korrentenkacker hier, sehen Sie. Der Code auf König Ottos Karte entspricht genau den Symbolen hier auf diesem Podest. Das ist die Kombination, Sie Idiot! Na bitte. Oh! Oh. Sind Sie sicher, dass das richtig ist, Helga? Ja, nun machen Sie sich nicht gleich ins Hemd, Sie Weichei. Helga, was ist das? What the fuck? Du bist also König Ottos kleines Geheimnis, was? Du siehst so einsam aus. Aber keine Angst, ich bin jetzt da und ich habe lecker, lecker Fleisch für dich mitgebracht. Ja, American Flash. Gaggenhörer! Gaggenhörer! Он тебя еще лучше заточит, чем меня. Это что за хрень? Франкенштейн, нахрен, что это? Aber warum hat König Otto dein schönes Gesicht vor der Welt versteckt? Egal. Zeit zum Fressen. Поуправляла ты монстром, дурачина нахрен. Ш-
Что ты только не видел, Бласковец, нафиг. И монстров нахрен. А я, если честно, не понимаю, куда нужно стрелять. Я видел там какую-то красную хрень. Мне нужно его убивать, но это 100%. И, наверное, в эту зеленую хрень, да? Конченый ты, мудак! Монстр нахрен, он в меня стреляет! Дебила кусок! Вот ума вам нахрен не занимать, честное слово. Они нахрен с ума тут сошли в этом финале, что ли? В рот тебе затолкаю еще вот эти патроны нахрен. А что нам делать, когда он вот так становится? То есть, когда он там за себя законченную тупую башку трогает? Может, гранату ему в жопу закинуть? Может, он... Ой, ты мудак, ну вашу мать, ну ребята, ну вы смотрите, какой это нахрен дебилоид, что ли. Ну, смотрите, ну тут монстр нахрен, а он у нас стреляет. Ну твою мать, ну реально, ну когда тебя рожали, что с твоей башкой тупой делали, я как-то не могу понять. Сейчас, ребят, я просто не понимаю, что нам нужно делать. Тупая ты, абразина, нафиг. Смотрите, вот сейчас он нас не трогает, да? Может, нам его, не знаю, погладить нахрен, что ли? Что нам нужно? Я не могу понять, потому что я как-то, знаете, не смотрел, что победить монстра или нахрен там усыновить. Раз там, вашу мать, раз там красным вот это показывает, да, то, наверное, просто стрелять ему в жопу его нужно, что ли. Ага, прям нахрен хедшотик мне поставил. Чудовище, но честное слово, но я... Ладно. О, ребята, я не знаю, честно, я уже сижу тут, не знаю, сколько времени. Хреначе вот эту паскуду. Я если честно, тут логика разработчиков настолько прям охрененная, что я не могу даже сообразить, как что они делали, когда создавали вот это. Ну ладно, мало того, что зомби, ну ладно, мало того, что какая-то гигантская хрень. Так еще и нахрен, о, они меня валют в то время, когда тут стоит вот эта гигантская хрень, какое-то чудовище, то они не вот в это чудовище нахрен стреляют, меня стреляют, они меня хотят убить, а на то чудовище, которое их нахрен сейчас на ужин заточит, им похрен. Вы дебилы, что ли? Вот это я хочу спросить. Ух, вашу мать.
Сейчас, сейчас, ребята, я извиняюсь, я просто как сосредоточен. Иди ты в жопу со своей вот этой хренью. Большой, да сдохните вы уже нахрен, этот гигантский мудак. Как я уже запарился его убивать, ребят. Вы себе не представляете, сколько я уже его тут нахрен валю. Но я его никак не могу убить. Сейчас все средства хороши, потому что это уже, в принципе, финал. И я его даже все патроны со своей любимой винтовочки потрачу на него. Сдохнутый дебил. Так. Ну, он прячется, да? То есть у него башка его тупая болит. Стукай, 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 вот сильнее станешь. Ух ты! До сюда я еще не доходил. Я вижу, что ты потеряла контроль. Но лучше мы ей поможем. А то она мучается. Давайте на этом уже заканчивать. Вот мы прошли Wolfenstein The Old Blood, и охренеть. Ну, прикольная игра, только мне кажется, зомби они немного переборщили. Ну все же, ребята, давайте уже на этом заканчивать. Я уже нахрен чуть-чуть запарился вот эту игру проходить, но все же, ребята. Всем спасибо за просмотр. Также предлагайте в комментариях свои игры, которые вы бы хотели, чтобы мы прошли. Буду очень рад прочитать ваши предложения. Это мы еще раз скажу, заканчиваем. Вступайте в нашу банду крутых перцев, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо тем, кто со мной оставался до конца и до конца смотрел прохождение этой игры. Я это всегда очень ценю. Я больше ценю тех людей, которые независимо от рубрик остаются со мной, просто-напросто смотрят, что я играю, и играют вместе со мной. Они орут, мол, Эдисон дурак, прекращай все прохождения и приключения и давай нам Пиксельмон. Ну ладно, ребята, еще раз скажу. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.